Доброе утро! С вами программа «Утренняя зарядка» и я ее ведущая Анна Нарыкова. Я директор фитнес-клуба «Памир» и инструктор по йоге и флай-йоге. Сегодня мы с вами познакомимся с занятием классической хатха-йогой. Давайте поднимем ручки вверх и сделаем глубокий вдох. Мы тянемся вверх высоко. Слегка подбираем внутрь ягодицы, так чтобы прогиб поясницы ушел и спинка вытянулась вверх. Делаем еще глубокий вдох, вытягиваемся еще выше. Вдох. И глубокий, плавный выдох. Соединяем руки в локтях и опускаемся вниз. Расслабьте сейчас вашу шею, расслабьте вашу голову, пусть под весом головы вытягиваются мышцы спины. Делайте выдох и на выдохе вытягивайте ваши мышцы. Еще глубокий выдох, еще вытягиваемся. И снова вдох, вытягиваем ладони вверх, вдох. Тянемся еще выше. На выдохе опускаем ладони на уровень нашего сердца. Почувствуйте, что все ваше внимание находится сейчас в вашем сердце. Закройте глаза. Представьте себе, что вы смотрите на мир из вашего сердца. Представьте себе, что ваши глаза сейчас смотрят из сердца и видят мир в новых красках. Глазки открываем, и снова вдох, и спокойный выдох. Мы с вами настроились на занятие, и переходим к основному комплексу. Подходим к краю коврика, так, чтобы мы могли сделать шаг назад. Делаем глубокий вдох, и вытягиваемся слегка назад. Мы открываем наши плечики назад. Центр груди, вот эту часть, выталкиваем вперед. Мы как бы вытягиваемся, вытягиваем наш грудной отдел. Мы сделали прогиб и, тем не менее, продолжаем тянуть кончики пальцев вверх и назад. Хорошо, выдох. Опускаем кончики пальцев вниз. Ставим стопы на ширину тазобедренных суставов. Прочувствуйте, если вам сложно опустить кончики пальцев, согните ножки в коленях. Нам необходимо вытянуть спинку так, чтобы она стала параллельной полу. Для этого мы выталкиваем сейчас ягодицы и копчик назад. Почувствуйте вытяжение назад. Потянитесь хорошо. Теперь делаем круг плечами назад. Почувствовали точку между лопаток. И теперь от точки между лопаток тянемся макушкой вперед. Мы растягиваем свой позвоночник одновременно в двух направлениях. Вслед за макушкой. И вслед за копчиком. Выдыхаем напряжение. Почувствуйте, что на расслаблении, на расслабленных мышцах спины позвоночник вытягивается еще эффективнее. Выдохнули. Еще выдохнули. И еще выдохнули. Выталкиваем областью почек, живот к бедрам. Потянулись вниз. Мы беремся за голени. Локти уводим за колени. И вытягиваемся вниз, тянем голову к коленям. Хорошо, прекрасно. Ставим ладони, убираем обе стопы назад. Наши ладони стоят под плечами. Сейчас потянитесь пяточками назад, как бы немного к полу. Почувствуйте, что центры ваших стоп тоже тянутся назад. Отведите плечи назад. Потянитесь макушкой вперед. Делаем глубокие вдохи животом. Два глубоких вдоха животом. Вдох, выдох. Еще животом. Вдох, выдох. И выталкиваем ягодицы назад. Делаем шаг на пол, стопы вперед. Хорошо. Стараемся опустить вниз пяточки. Почувствуйте, что кончики указательных пальцев рук являются продолжением линии спины. Отпустите шею, отпустите голову, они тоже свободно сейчас висят.
выдыхайте, выдыхайте. Должно быть снятие напряжения на выдохе. С каждым выдохом чувствуйте, что мышцы расслабляются. Выдох, расслабление. Толкаем себя ручками назад. Вытягиваем спинку назад. Мы разворачиваем плечи тоже назад, так чтобы мы чувствовали, что наши лопатки соединились. Выдох. Хорошо. Выносим левую ножку вперед. Для этого мы сгибаем колено и ставим стопу примерно на уровень ладоней. Вторая стопа правая у нас прижимается подошвой к полу. Сгибается ножка. Колено всегда смотрит по направлению большого пальца ноги. Мы сгибаем колено так, чтобы между бедром и между голенью было 90 градусов. Не должно быть такого острого угла, иначе мы будем травмировать наше колено. Мы разворачиваем таз, тоже стараемся развернуть его так, чтобы оба сустава тазобедренных были на одной линии. И делаем глубокий вдох. Тянемся вверх. И делаем легкий прогиб назад. Вытянулись. Дышим. Дыхание глубокое, медленное. Мы дышим через нос. Хорошо. Вдох. Ножку подтягиваем. И выдох. Снова потянулись вниз. Голова тянется к коленям. Копчик выталкиваем вверх. Хорошо. Уводим обе стопы назад. Еще глубокие вдохи, выдохи животом. Дышим. Тем самым мы пробуждаем наш организм. Мы разжигаем внутренний огонь. Просыпаются все наши внутренние органы. И еще вдох, и на выдохе снова вытягиваемся назад. Вспоминаем, наша голова и шейка свободно висят, наши плечи развернуты наружу, наш копчик вытягивается вверх и назад. Мы отталкиваемся руками и помогаем нашей спинке вытянуться еще больше. Хорошо, выносим правую стопу вперед, сгибаем колено, шаг, левая стопа, подошва прижимается к полу, опускаемся вниз, сгибаем колено, разворачиваем наш таз, почувствуйте, что таз, оба сустава находятся на одной линии, вдох и мягкий прогиб назад, выдох, кончики пальцев продолжают тянуться вверх. Если вы чувствуете, что вам достаточно сложно удерживать равновесие, поверните большой палец ноги чуть внутрь. Хорошо. И вдох. Ставим ладони на уровень стопы. И выдох. Ножку подтянули. Выдохнули, потянулись вниз. Тянемся макушкой к полу. Областью почек выталкиваем живот к бедрам. Обхватываем голени, локти за колени и полностью сгибаемся пополам. Хорошо. И еще вдох. На выдохе опускаем ладони на уровень сердца. Выдыхаем напряжение из тела. Чувствуем, как теплая волна стекает сверху вниз, унося в землю напряжение тела и сознания. Наше дыхание спокойно. Наши мысли спокойны. Спокойно и расслаблено наше тело. Хорошо. Опускаемся снова вниз. Ладони ставим, ножки уводим назад. Вытянулись. Мы уже знаем это упражнение. Потянулись. Ягодицы смотрят вверх. Угу. Хорошо.
Теперь мы опускаем колени на пол. И будем сейчас продолжать вытягивать наш позвоночник, пробуждать его. Мы опускаем грудную клетку на линию наших ладоней. Кладем ее вниз на пол. Подбородок стоит на полу. Локти смотрят назад и прижаты к полу. Сейчас почувствуйте, что вес тела переходит на наш подбородок. Мы выдыхаем, расслабляем нашу спинку. Выдох, выдох. Теперь очень аккуратно коленями и стопами отходим назад и ложимся на живот. Прекрасно. Ставим ладони на линию груди. Локти продолжают нас смотреть назад. Лоб прижали к полу. Мы соединяем колени и стопы. И на вдохе мы поднимаем свое тело вверх, только лишь мышцами спины. Наши ручки просто нас фиксируют. Попробуйте проверить себя, если вы отрываете ладони и ваше тело остается в прежнем положении, значит, вы все делаете правильно. Мы выталкиваем назад затылок. При этом мы не закидываем назад голову, линия лица остается ровной. Только лишь затылок мы выталкиваем назад. Хорошо. Полностью выпрямляем ручки. Приподнимаемся вверх. Приподнимаемся на подъемах стоп. Колени у нас отрываются от пола. Плечики отводим назад. Закидываем назад голову. И сейчас все внимание в области так называемого третьего глаза, точки, чуть выше точки между бровями. Видим здесь золотую звезду, которая разгорается и просыпается наш мозг. Хорошо, вдох и выдох. И еще потянулись. Растягиваем спинку, опускаем пяточки еще ниже. Хорошо, прекрасно. Выносим правую ножку снова вперед, теперь кладем ее на колено. Опускаемся на правую ягодицу. Почувствуйте, что вы хорошо сидите устойчиво на полу. Теперь для того, чтобы наше левое колено было прямым, мы заворачиваем пальчики стопы назад. Колено прижато к полу. Мы опускаемся грудной клеткой вниз на бедро. Ладони кладем перед собой. Расслабляемся. Расслабляемся, дышим. Чувствуем, как с каждым выдохом уходит напряжение из мышц бедра. Чувствуем вытяжение связок, которые поддерживают наш тазобедренный сустав. Поднимаемся на вдохе вверх и поднимаемся вверх. На сегодня это все. Оставайтесь здоровыми, красивыми. До встречи на телеканале 7.